Большое спасибо, Константин Анатольевич, спасибо за поздравления. Я, конечно же, очень рад, что после долгого перерыва мы, наконец, переходим, скажем так, к нормальной работе в плане живого человеческого общения. Вот здесь, буквально вчера, в этом же зале, у нас вот, при таком же стечении народа успешно прошла презентация Кировской области. Сегодня, как вы видите, мы, наверное, такого большого количества народа давно уже почти год не видели. Мы очень рады и надеемся, что в ближайшие месяцы мы сможем уже полноценно общаться не только онлайн, но и живьем. Еще что меня радует, то, что как вице-президент, отвечающего в том числе за взаимодействие наших комитетов и советов, что между Советом по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и между нашим комитетом по развитию агропромышленного комплекса сложилось в последние месяцы такое не просто взаимодействие, а эффективная кооперация. Как вы помните, еще осенью прошлого года в рамках выставки «Агросалон» уже у нас проходило совместное мероприятие, очень успешное. И я могу только приветствовать такую положительную практику. Мне очень нравится вот в этом названии, Константин Анатольевич, о слаженном взаимодействии. Вот, мне кажется, у вас такое с Петром Александровичем слаженное взаимодействие складывается. И нам очень приятно, что это все происходит в системе торгово промышленных палат. Действительно, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что у нас совсем недавно прошел съезд, утверждены приоритетные направления развития системы ТПП, и в этих приоритетных направлениях, конечно же, достойное место находит развитие и нашего промышленного сектора. У нас только что на этой неделе наш президент Сергей Николаевич Катырин участвовал в комиссии Госсовета по направлению промышленности, где была представлена новая концепция, новый облик российской промышленности. И я надеюсь, что мы вместе успешно будем вот это сотрудничество развивать. Не буду много говорить, у меня есть, помимо вот такой официальной части приветствия, у меня есть еще очень почетная и приятная, не скрою, для меня миссия. Вот Константин Анатольевич говорил о столетии декрета и о круглых датах. У нас в этом году еще есть одна круглая дата 50-летия самого Константина Анатольевича. В этой связи у нас появилась идея за многолетний, самый главный эффективный труд в развитии российской промышленности, повышении конкурентоспособности экономики России, руководство торгово-промышленных палат. Вот у нас такой проект награждает Константина Анатольевича за многолетнее плодотворное сотрудничество торгово-промышленной палаты. А дальше самое главное. Небольшой вклад в формирование отечественной промышленной политики, развития промышленности Российской Федерации. Емко, спасибо большое. Большой личный вклад в развитие промышленных кооперационных проектов в рамках
Евразийского экономического союза награждается Анастасия Викторовна Астахова. Советник президента Российской Федерации.